Здравствуйте, меня зовут Дэвид Ройтман, и сегодня я открываю свою первую галерею. Эту галерею я открываю в дни пандемии, поэтому открытие абсолютно виртуальное, и никаких мероприятий торжественных по поводу открытия галереи не будет. А что за галерея, и что в ней, и о чем она, мы сейчас покажем вам внутри. Итак, мы внутри галереи. За моей спиной вы видите работы. Выполнены они нетрадиционным способом. За два десятка лет службы в израильском спецназе я использовал снайперскую винтовку для достижения цели, поставленной задачи. Здесь я использую эту винтовку для реализации своих творческих замыслов. Я использую снайперскую винтовку с боевыми патронами для того, чтобы попасть в цель, а в данном случае в элемент с краской, который в свою очередь попадает на холст и таким образом создает эти прекрасные работы.